Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в GTA 5. Так, что у нас за миссии здесь есть на нем? А что он так далеко находится? Так, ладно. О. Дом. Вроде недалеко где-то миссия-то. Так. Мне теперь нужна машина. Чтобы пешком не передвигаться. Да давай, беги уже. Проорись. На. Вот так. Так, мы можем купить вот этот домик? Тогда возьми купку. Майк, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Thank God for that. Выходим. Выходим. Только Франклин, ага, может приобрести здесь. Ладно. Мы не гордые. Давайте посмотрим. Где мы? О, да к нам по дороге, да, идти? Так, не понял. Ну-ка. Новая игра. Вот сюда. Переместимся. Вот здесь и купим. Поехали. Интересно, почему вот, вроде если как друзья, так могли бы поделиться уже в гараж-то. Предоставить. Гоп, заказал. Вождение прокачал, да, себе? У меня еще персонаж прокачивался здесь. Ладно. А нет, чтобы прогружалось у меня тут еще. Так. Опять же, здесь опять не я покупаю, да? Да. Здесь другой персонаж только может купить. Так. Новая выписка по счету пришла. Ладно, ничего страшного. Ну вот. Клуб купили, как я понимаю. Ну-ка, уйди. Все. Теперь это наше заведение. Так, по дороге приобрели немного. Ежедневная прибыль составляет 7... Еженедельная. 7100. Ни хрена не делаю, я буду деньги получать. Время от времени менеджер будет связываться с вами, чтобы вы помогли уладить дела. Даже не звони мне. И не пиши. Да, конечно, да. Конечно, да. Конечно. Да. Все, сели, поехали. Нам надо. Вот сюда. Да тихо ты. Как круто развернулся, да? И никого не задел. То уже хорошо. Давай, 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 давай. Здравствуйте, мистер Де Санта. Здоров. Что хотел? Ваше тело. Так, вот, ну, игрушки тоже будут. Кому-то не хватает мощи прогрузить. Другому
другой игрушки. Слишком мощный компьютер, надо его ослабить. А тут что-нибудь по шпионам кто забахать. Посмотреть, что есть. Давай, 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 давай. Опа, не успел, не успел. Вот и наверх еду. А, да-да-да, вспоминаю что-то. Только чтоб мне его не преследовать надо было. Так. Куда-куда-куда? Еду. Блин, вот тебе и развязки. Город и выдуманный, мы будем по нему ехать, и не выдумано надо. Еще пагу. Сигналит мне. Вот так. Бежим, 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 бежим. Ага, даже не сюда. Ладно. Что меня здесь ждет-то хоть? Твою ж мать. Куда мне надо-то? Наверх, вниз. А вот сюда. Дэйви. Дэйви. Привет, как оно? Примерно так же. Но обстоятельства скверны. Не понимаю тебя. Я знаю, что ты замешан в деле с драгоценностями. Дэйви, мне кажется, у тебя галлюцинации. Иди в жопу. Ладно. Это сделал я. Арестуй меня. Спасешь мне жизнь с этим? Нет? Потому что иначе она скоро закончится. Почему? Сам знаешь. Тревор. Пару дней назад. Мы, в общем, ни о чем не говорили. Но если он начнет... Нет, тогда он начнет расспрашивать, почему твой труп к югу от канадской границы нашли. У нас проблемы. Не может быть. Мы вляпались. Вместе. Так что, если твои проблемы, это и мои проблемы, значит, мои проблемы как бы и твои проблемы, правильно? Нет. А если я потеряю работу? Если кто-то зайдет в мой офис и начнет читать мои файлы, они узнают, чем я занимался. Я многое знаю, могу договориться, получить 5 лет, но ты... Иди в жопу, сволочь неблагодарная. Ведь чего-то там... Ну, хрен с ним. Ну, значит, спасать ее нужно вместе, ситуацию. Нельзя допустить, чтобы все рухнуло к чертям. What do you need? Что тебе нужно? This guy. Есть один парень. Фредерин Кримов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфта. Нам кажется, что его где-то допрашивают. И что, похоже, у него есть сведения, которые выведут из игры меня и мое начальство. Эти суки из управления блокировали офис Конора. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. А как же я туда попаду? Ну, тебе ведь уже приходилось играть роль жмурика. Ну, блин. О, Майк, ты мне всегда нравился. Как проснешься, позвони мне. Я скажу, что делать. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради бога. Ради Будды не звони. Твой входящий стоит много. Джон Доу, белый. Избыточный вес, под 50, скорее всего, инфаркт. Давай глянем. Жировые отложения на бедрах и животе. Любил кровавые бургеры. Есть шанс найти парочку в желудке. Вместе с бутылкой скотча. Опа. Я восстал из мертвых, сукин ты сын.
Да ладно, просто придушил. Минутку. Может, в другой комнате? На. Так. Ну, пойдем. Смотрим. Этот не похож. Давай-ка второй. Похоже, не стоит судить о трупе по бирке. Я нашел бирку с именем Франклин, она была на трупе. Толстая негритянка, это точно не ваш парень. Хорошо, управление закрыло нижние этажи во избежание утечки информации. У меня есть человек, который может вырубить электричество, чтобы прикрыть свой отход. Тебе все равно придется подняться наверх. Да. Так. На тебе еще. Тихо. Так. Не попал, да? Так. Ты думал, я не пробью, да? Так. На. I don't know what's going on here, but I want the fuck out. Так. Давай-ка зайдем сюда, походу. Trust me. I'm not interested in the truth. Вот он. Ага, аптечка. Так, я-то думал, тут патроны не будут. Вот это думал, что патроны. А это нет. Да. Ну-ка, давай-ка. Блинский, мне как-то в обход ходить, что ли? На лифте ехать, да? Нет, все-таки подниматься надо. Вот так. Не спешим. Куда? Ногу тебе отстрелил. Опа, что-то взял. Где ты? Пузо. Давай, 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 давай. Блин, уж. Еще два патрона. Блин. Что-то мне не нравится идти наверх.
Где ты? Вот так вот. Да я тебя даже не вижу. Вот так вот. Так. Где еще кто остался? Так, ладно. Мне сюда надо. Так, а что мне здесь надо? Опа-на. Я взял все свое. Ну давай. Так, у тебя с оружием. Минутку. Я не пойму, зачем мне сюда. Как я понял, к окну надо сюда. Давай. Опа! Все. Ой, фу, мне еще мыться потом. Ну как? Да блин, идите нахрен, вы по мне стреляете. Тихо. Это вертолет, да? С вертолета стреляет по мне. Да ё-моё. Спокойно, блин. Блин. Прогружайся. Я так никуда не успею. Никуда никого не убегу. Так, мне надо за город валить. И только там я смогу себя обезопасить. Вон, в горы. Да. Давай. Ёж твою мать-то, блин. Итак. Это вообще кто? Не знаю, кто это был. Все, в общем, ждем. Когда погоня уляжется. Так вот. Так, у тебя нету винтовки снайперской, да? Надо будет купить. Какой город, смотри, там что-то строится где-то. Давай, пережидаем.
Если вы думаете, что я поеду в город, то вы ошибаетесь. Господи, меня попали еще. Нам нужно поговорить, срочно следить меня за городом у старых нефтяных вышек. Опа. Ну давай. Опять кого-то переехал нахрен. Dave, the hell was that? Так. You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. Так. Ой. А, я где-то рядышком. Все, понял. О, так я еще и правильно приехал, когда скрывался. Вот так вот. Ладно. Давай, потихонечку, помаленечку. Блин. Вот так. Эй, Франклин. Все, что происходит? Тебе нужно свалить из города. Мне податься особо некуда. Ну тогда отправься в путешествие, в долгое путешествие. Что за херня? Кое-что произошло, понятно? Помнишь, я тебе рассказывал про Фильтрано, что он позаботится обо мне. А ты отошел? Ага, ну то есть я так думал. Господи, Франклин, у меня столько легенд в голове, что я уже окончательно погряз в дерьме. Но при этом дал мне возможность. Я заработал больше, чем за всю свою жизнь. О да, я великий вор. Но знаешь, тут дело совсем в другом. Этот мудак, ну то есть, конечно, нормальный долбанный хреносос. Давным-давно мы заключили с ним одну сделку. Все пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек, и мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне, я не раскрыл его секреты, и все было круто. Проблемы начались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился. Начал просить об услугах, поручить мне разные дела. Ну, то есть, Франк, в общем, я работаю на долбанных федералов. Твою мать, чувак. Ну да, твою мать, я еще не самое страшное. Я тебе про Тревора рассказывал? Черт, кажется, да. Если тебе столько кажется, значит, я рассказывал. Он, я не, в общем, он дьявол во плоти. Ну так давай его отправим в преисподнюю. Да, удачи. У нас с Тревором давнишние сложные отношения. Послушай, в своей жизни я натворил много того, с чего стыжусь. Ясно, я никогда не называл себя святым. Но когда ты познакомишься с Тревором, ты поймешь, что я ангел. Так что будем делать? Не знаю. Черт. Попробую сыграть сразу за обе команды. По крайней мере, до сих пор пока мне везло. Слушай, кореш, ты же мне помогал. Я так понимаю, что сейчас я должен вернуть должок? Франклин, это смертельный приговор. Братан, давай оставим всю эту херню. Если бюро не тащит тебя в суд, значит, все это просто сраный развод. И я не позволю кому-то загнать меня в долбанный угол. Да шел бы он нахер. Франклин, молодчина. Я перед тобой в долгу. А я уже супервор. Я найду для тебя дело. Что-нибудь грандиозное. Но сейчас тебе уже пора. Ладно, братан, все ясно. Я с тобой. Так, надеюсь, слежки у меня не было. Давай шевелим колготками, чё ты, блин, так? Актер разблокирован какой-то, ладно. Мне не до него, сначала мне надо... О, господи, ну давай-ка вот это вот. Купим. Это же где-то прямо вот тут-то. Я не куча вонючая мусора. Оп! Бум! Эй,
Трейс, what's up? Да, что там? Ты издеваешься? Ты угробил мою жизнь. После той истории с лодкой. Ты серьезно? Так, рот закрой. Все, что делает отец, делает правильно. И не тебе мне говорить, падла. Так, старый автомобиль не разбирать на запчасти. Вы купили свалку машин здесь-то. Так, сколько автомобилей уничтожено в Сан-Андреасе. Ага, то есть мне еще машину надо уничтожать. Время от времени менеджер будет связываться с вами, чтобы вы помогли уладить дела. Дополнительные миссии. Ладно. Свалка машин. Так я понял, я уже на этом никуда не поеду. Ну-ка, давайте-ка. Он же недалеко должен был уехать. Ой, я хотел. Ладно, этому тоже надо. Так. Это я так не могу купить, да? Или могу? Ладно, как бы то ни было, давайте-ка. Так, это мой дом. Так. Аэропорт. Ладно, пока притормозим. Сгоняю по делам и продолжим квест. Итак, блин, доехали до места. Где-то здесь. Что-то не совсем понимаю. Мне чего, ты толкаешь нужно, что ли? А, вот место. Все. Ну, я приехал. Что дальше? Ну, реально, что ли, алкаш нужен? А, нет, надо ждать. Ничего, подождем. Подождем. Ну, в чем дело? Сядь и смотри прямо. У меня мало времени. Я знаю, что... Так, Майкл говорил тебе... Черт. Так это ваша работа. Смотри вперед. Мы не знакомы, просто болтаем. И не делай вид, что тебе нравится. Ох, да, этот парень использовал детский труд, похищал и продавал личную информацию. Кроме того, он воровал идею своих. Но об этом строил из себя мессию. Я не думаю, что чувак заслужил, чтобы его долбанную башку разнесли в прямом эфире. Ну вот ты придерживаешь мир. Если даже наемный бандит начинает портить из себя праведника. Нет, ты послушай, кореш, мне нравится разносить колы и всяким... But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. Словом и делом, чтобы испортить жизнь. Знаешь, мы изменим рынок под себя. Shit, okay, cool. Ладно, идет. Тогда ты слышал о Мелис? Еще бы. Так вот, есть новый Мелис, Супер Молис. Они называют Проапл. А вот их живых что-то не понял. Кто так болтает-то нахрен? Бак-бак-бак-бак-бак-бак. Ему плевать на все. Доводят до инфаркта отчаявшихся мужиков. Черт, это грустно. И не говори. Давай, проживает в отеле в Ричмонд-Хилл. Конечно, его хорошо охраняют, но если он исчезнет, Америка снова перейдет на Моллис. И биржевая цена сильно подскочит. Вот черт, ладно. Я все понял. Я знал, что ты поймешь совет, у тебя взять снайперскую винтовку или бомбу липучки. В общем, смотри на свое усмотрение. А я позабочусь об инвестициях, как мы... Все это сделаем. Так, теперь двигай, я посижу здесь, пока ты не уйдешь. Давай. Так, доберитесь до отеля. Хорошо. А
Главное, чтобы никого не сбить сейчас. Не хватало мне сейчас еще полиции на хвосте. Так, ладно. В общем, мне надо от него избавиться как-то от тела от одного. Снайперская винтовка, либо бомба-липучка. Хорошо. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот. Давай. Немного надо. Вот так, 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 так. Опа. О, я даже не помню, у меня... Ладно. А давай-ка сюда. Снайперская винтовка, бомба, липучки, я точно покупал на этом чуваке. Так. Блин, все деньги потратил. Ладно. Мне наверх надо. Понятно. Так. Ну-ка, даже не мяка тут. Ну-ка, заткнись. Господи, мне вниз надо. Ладно. Все, я приехал. Так, он живет в отель, прибыл охранник, чтобы вывести цель. Цель скоро выйдет. Быстро придумайте план нападения, найдите удобную позицию, откуда открывается вид на отель. До выхода цели. Давай-ка попробуем вот так. Бомба-липучка. Давай-давай-давай-давай. Уже. Давай. Понимаем. Бу. Миссия провалена. Понятно. А давай повторим. О, точно. Ну-ка, давайте вот так попробуем. Ё-моё. Давай. Let's move it out, people. We need this area clear. Так. Ну же. Я же на машину не крепил ее. О,
Вот он, выходит. 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Один хрен, да, на меня? Ой-ой-ой. Цели удалось уйти? Ё-твою, что мать-то, я что-то не понимаю тогда. Ладно. Вот сюда поедем. Вот так, так, так. Да ёшь твою мать, вот. Смотрим, ждем. Сейчас он никуда не уйдет уже. Let's move it out, people. We need this area cleared. Так. Охранники сели. Где ты? Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie. Не вижу вас. Globalization sign in my face. Покиньте территорию. Стараюсь. Так. Блин, блинский. Сложновато так-то. Покиньте территорию. Ну давай. Все-таки этот угонщик все-таки всякого получше. Воду, воду только. Господи, вы меня в Google загоняете. Давай, 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 ехай, ехай. Блин. Ты что, меня давишь потихонечку, что ли? Охренеть. Ну что ж, ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока.